Моя голова полна их криков! Бром не готов вернуться в племя, но тебе он не причинит вреда. Я присмотрел себе пещеру на горе Великой Матери. А ты сможешь меня навещать, если я буду стойким. Ты будешь стойким. Я помогу. Спасибо, Элой. Я позабочусь о нем. Пусть Великая Мать всегда помнит о тебе. И пусть забытые пройдут стороной. Первый удар. Он меня видел. Начинается. Бегуны. Можно опробовать на них перехватчик. Надо к ним подкрасться. Не хватало только, чтобы они меня затоптали с перепугу. Тихо, спокойно. Давай, давай. Сработало! Он спокоен. Я его укротила. Кажется, на него можно сесть верхом. Ах!
Вот так. Молодец. Вот это другое дело. Осторожней! Давайте ближе! Ближе! Мне показалось? Или ты правда прибыла сюда верхом на бегуне? Ну, да. Это долго объяснять. Да уж я думаю. Чудные времена для тех, кто выжил. Я тебя узнал, конечно. Элой, ты победила на инициации. Рад видеть, что ты оправилась от ран. Тирса сказала, ты знаешь дорогу в Меридиан. В столицу Дома Солнца? А ты покидаешь нас? Я ловлю предателя Олина. Для этого матриархи назначили меня искателем. А, иди на север, Венец Матери. Если дойдешь, спроси Марею, она подскажет. Если дойду. Путь будет опасный. Мы потеряли так много воинов. Земля без защиты, границы без охраны. А мы остались без вождя. А трэша толку мало? Только потому, что Сона пропала. Я бы сам отправился на поиски, но она приказала мне защищать врата. Что я и делаю. Ты сказал, путь будет опасным. А что там такого? Всего не перечислить. Убийцы все еще здесь. И они заразили машины своим безумием. Да, я это видела. Еще бандиты. Разбойники, которые вторглись на наши земли. У них там лагерь в руинах, выше по течению. Надо пополнить запас стрел. Кто сказал, что я прошла инициацию? Я говорил с выжившими. Ты храбро сражалась. Вместе с Бастом. И моей сестрой. Вала твоя сестра? Мне очень жаль. Она хорошая. Я думала, мы с ней подружимся. Подружились бы. Спасибо. Она спасала других. Нет смерти достойнее. Так убийцы устроили вам западню? Как? После первого нападения на племя, Сона повела войско по следу убийц. Но в гневном безумии часть воинов нарушили строй и рванули вперед. Прямо в ловушку. Большая стая бешеных машин, одержимых заразой, набросилась на воинов и растерзала их. Вождь Сона собрала людей и уничтожила стаю, но убийцы уже скрылись, а наши потери были огромны. Ты сказал, вождь Сона пропала? Даже несмотря на этот разгром, она не отступилась, собрала добровольцев и продолжила погоню. Ты не вызвался? Да, вызвался. Но Сона меня не взяла. Она приказала мне отвести раненых в объятия. И стеречь врата. Стеречь объятия. До последнего. С тех пор прошло несколько дней, и вестей нет. То есть никто не знает, жива она или нет?
Если кто и мог там выжить, лишь она. О ней ходят легенды. Она несгибаемое копье, на которое мы равняемся. Не угонишься, наверное. Ах, ты даже не представляешь. Она моя мать. Мне пора идти. Элой, прежде чем ты отправишься в венец матери, может быть, ты попробуешь найти Сону? Племя очень в ней нуждается. Я бы сам пошел на поиски, но не могу. Она приказала мне ни на шаг не отступать от этих врат. Где ты ее оставил? Там, где на войско напали. Лесистая лощина напротив жажды беса, на этом берегу реки. Попробуй там найти ее след. Она погналась за теми, кто напал на нас. Вероломно убил наших родных. Кто пытался убить тебя? Я понимаю. И постараюсь. Какой резвый! Лучше, чем пешком. Храни тебя, богиня. Надо опробовать перехватчик на других машинах. Не на всякую, наверное, можно залезть, но я найду им применение. Вся моя жизнь прошла в объятиях. Мой мир стал больше, но и опаснее. Что с тобой, охотник? Ты из войска? Тебя ранили в сражении? Не совсем так. Я не охотник и не воин. Да вообще никто. Зря ты со мной говоришь. Кто бы ты ни был, ты ранен. Что случилось? Я Крин. Хотел пройти испытание в охотничьих угодьях за холмом. Ну, навыки отточить. И вышло не очень удачно. Поранился в охотничьих угодьях? Как? Ну, я целился в емкость на спине жвачника, но тетива лопнула, и я споткнулся. Ну, короче, глупо вышло, в общем. Я хотел потренироваться, там для этого самое место. Там можно проходить испытания, и тебе дают метки, если выполнишь задачу или уложишься по времени. Смотритель на том холме, к северу отсюда. Ты обратись к нему. У тебя-то наверняка получится. Почему ты сказал, что ты вообще никто? Что я зря говорю с тобой? Я украл лук, ясно? И меня изгнали. Это было до инициации. И теперь я даже не могу помочь своему племени в час нужды. Приходится жить в лесу одному. Потому и пошел тренироваться. Удивлен, что смотритель вообще со мной заговорил. Мне кажется, что он сам изгой. На матриархов ему, похоже, наплевать. Ничего себе. Тяжко тебе пришлось. Я могу чем-нибудь помочь? Нет, нет. Я выстрою. Отец всегда говорил, великая мать хранит меня. Ну, говорил, пока бегун его не затоптал.
Мне пора идти, Крин. Ну ладно, береги себя, особенно на севере. И потренируйся в охотничьих угодьях. Охотничьи угодья. Варл сказал, на другом берегу есть хороший... Это что там, труп? Опасно, девочка. Опасно для тебя, чужак. Это земля Нора. Да-да-да. Нарушение границы карается смертью. Тоже мне страшная кара, подумаешь. Видишь? Вот он умер и не жалуется. Кто это? Убийца. Вор-работорговец. Только порочил честь приличных убийц. Варл сказал, на дорогах орудуют разбойники. Ну, рано радоваться. Они не всегда сами тебя находят. В основном просто разбивают лагерь и сидят там, как мухи на мясе. Но можно пойти поискать их самим. Ты мне нравишься. Видишь дым по ту сторону руин? Встретимся там. Идет? Визор поймал какой-то сигнал. Надо его просканировать.
Наверное, это и есть жажда беса. Город-предтечь из Железного мира. Там наверху деревня Нора. Мне это нужно. Видимо, здесь на них и напали из засады. Жуткое зрелище.
Может, Сона оставила хоть какую-нибудь зацепку? Нора смогли завалить демона. Много машин. Всеми управляли убийцы. Все, как и говорил Варл. Еще пригнали их целый табун. Но прежде убийцы заставили его напустить на них другие машины. Все перебиты или ранены? Есть тут воины или целители? Я одна. Ты ранен. Что случилось? Все сразу. Там просто кошмар. Сона отправила меня с донесением. Все равно от меня толку нет. Варл сказал, что Сона выследила убийц. Она их нашла? Мы шли по их следу, но они раз за разом насылали на нас свои машины. Я уже не мог идти быстро. Сона отправила меня назад передать, что она продолжает погоню. Так ты был здесь, когда на вас напали? Да. После инициации думал, что хуже быть не может, но ошибся. Сона задержалась в хвосте строя. А те, кто были впереди, рванули в атаку без приказа. И прямо в их ловушку. Если бы не подоспела Сона, никто бы не уцелел. Варл отправил меня искать Сону. Ты знаешь, где она сейчас? Могу сказать, где мы расстались. У железной башни к юго-востоку от руин в жажде беса. Иди туда, в сторону холма с одиноким камнем. Я вернусь в объятия и доложу обо всем Варлу. Пусть хранит тебя богиня. Без нее тебе не выжить. Скоро рассвет. Он каждый раз разный. Визор поймал какой-то сигнал. Надо его просканировать. Не могу перехватить управление. Но если бы я знала, не больше.
Визор по-прежнему указывает на сигнал. Длина шеи. Какими красты описаны. Сигнал исходит из земли. Надо туда залезть. Варл сказал, вождь Сона отправилась в погоню за убийцей. Может попытаться найти ее? Варл говорил про лагерь бандитов среди руин. Должно быть, он там. Тут нужно быть начеку. Рад, что ты пришла. Надо же. Рад. Скажем, у нас общий интерес. Меня зовут Нил. Видишь вон те старые камни? Разбойников. Хорошо наружу. Так-так. Зачем они здесь? Племя Нора ослабело. Слухи растекаются, как кровь. Граница больше не охраняется, и сюда идут те, кто жаждет убивать.
Мы с другом несколько дней выслеживали эту погонь. Он умный, но решил уйти без меня. А ведь мы с ним на эту тему говорили. Я понимаю. Трудно терпеть, пальцы сами просятся на тетиву. Может, мы с тобой поработаем вдвоем? Перебьем их. Я тебя не знаю. И не спешу тебе доверять. Доверие давно уже стало роскошью. Я простой путник, у которого есть лук, который не терпит беззакония и потерял напарника. Да нет в тебе ничего простого. Давай я скажу по-другому. Ты разбойница? Конечно, нет. Тогда тебе нечего бояться. Ну ладно. Кто-то должен остановить злодеев. Спокойно. Ничего они не сделают. Разве что покричат. Давай иди первая. Так хочу посмотреть, на что ты способна. Видишь устройство? Подадут сигнал, придет подмога. Удобно. А там у них пленники. Я это не унесу. Дождь — это неплохо. Эти подвешенные части машины – сигнальное устройство. Разбойники привели сюда пленника. Я вижу врага! Подай сигнал! Мы ближе! Эй!
вроде уходит. Я не нашла брать. Искатель, можно к тебе обратиться? Хвала Великой Матери. Что с тобой? Тебе что-то нужно? Да. Мы видели, как ты расправилась тут с разбойниками. Мы рады. Они обирали нас. Гонялись за нами для смеха. Мы не воины, мы изгои. Мы беззащитны. Откуда вы прибыли? Кто-то уже много лет бродит по священной земле. Что до меня, мою деревню сожгли в пору красных набегов. Мне стыдно, что я не защищал ее вместе с другими. Но я стал изгоем задолго до того, как пришли Карха. А как вы все оказались здесь? Спрашиваешь, почему мы общаемся вопреки закону? Но как нам еще здесь выжить, когда мы оказались в необъятии одни? Я вас не осуждаю. Я тоже была изгоем. Прости меня. Вопрос понятный. Это я всех убедил. Сказал, что нас приговорили к изгнанию. Но не обязали же погибать. Это умный подход. А почему тебя изгнали? Я был глуп. Отказывался делать, что мне велели. Отлынивал от охоты всеми правдами и неправдами. Постоянно ссорился с родными, задирал других воинов. Как-то раз мы разошлись не на шутку. Я его ударил. Он просто рухнул и умер. Некому было за меня заступиться. Они правильно сделали, что изгнали меня. Кажется, теперь ты совсем другой человек. Да уж, надеюсь. Мы все здесь изгои, но чтобы выжить, надо держаться вместе. Ненавистный нам лагерь теперь может стать нам домом. Ты позволишь нам остаться? Позволишь, даже если это будет вопреки воле матриархов? Конечно, оставайтесь. Ха, я надеялся, что ты это скажешь. Ты так нас всех вдохновляешь. Спасибо. Спасибо.